такое отправить. Итак, внимание, друзья. Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, наш олимпийский дуэт и премьера новой программы. Слева по телевизионной картинке это Светлана Колесниченко, а справа Светлана Ромашина. «Из России с любовью» так называется композиция. Обратите внимание, и купальники тоже, да, под стать духу этой программы. Близко, резко, четко, все есть. Супер. Высоко. Выталкивание. Как близко работают девушки, обратите по плечи вытолкнуло, посмотри, как высоко, отлично. Это технически обязательный элемент, вообще идеально балетная нога, вот просто не шелохнулась. Если был вот по правилам угол 90 градусов, то они его и сохранили, идеально. Сохраняют темп, обратите внимание, наши девчонки на протяжении всей композиции. Еще один технический элемент. Вот смотрите, близко работают, не ударяются, не задевают друг друга. Вертикальное погружение винтовое было там немного, но и это потому, что нам вот так вот камера, понимаете, уже все раздвигает. Если вот смотреть судьи этого могут даже не заметить. Ох, шикарно, выразительно. Еще один технический элемент. Раскладка в шпагат. Смотрите, просто как одна делает. Как чуть-чуть музыка. Даже здесь я бы сказала, да, чувствуют и слышат, потому что даже слышать музыку можно абсолютно по-разному. Это, кстати, определенная сложность отработки элементов в группе, да, когда 8 человек. В дуэте, ну, с этим попроще, их по типу все равно спортсменок подбирают.